Тащи свою задницу к торговому центру. Быстро, как слышишь? Конец связи. Вызови центр по этому ебучему радио. Он мог бы им и данные для засады передать. Срежем тут. Черт, готовься! Господи боже, вот оно. Это ж та самая чертова комната. Тут все и было. Бродяга. Я бродяга 1-3. Мы у точки Дельта. Тут что-то есть. Как поняли? Поточнее можно, 1-3. Вижу доказательства, что здесь казнили капрала Миллера. Совпадает по описанию. Постановке камеры. Вообще по всему. 1-3, вы уверены? Более чем. Да. Я срочно пошлю отряд. Спасибо. Первая дивизия морской пехоты захватила восточную часть. Битва за город почти окончена. Давайте закончим сегодня. Понятно. Они идут. Надо обождать. Хорошо, чисто. Пошли. Все встает на свои места. Коул пытается лично сдать Аль-Башира. Он уже 100 лет в капитанах ходит. Вот и пытается доказать начальству, что не полный ушлепок. Звездочку получить хочет. Долбанный искатель славы. Блэкберн, Кампо, сюда. Мы в 200 метрах от нужного здания. Осталось пройти через магазин. Готовы? Да, сэр. Приступаем. Если будет жопа, отходим сюда, на эту позицию. Блэкберн, Камбо, вы будете прикрывать крышу отсюда. Потом встретимся у входа в магазин. Теперь мы точно знаем, где Аль-Башир. Можно его хлопнуть? Нет, конечно. Аль-Башир нужен нам живым. Надо расспросить его о бомбах из банка. Никаких расправ, как с Бен Ладеном, это всем ясно? Все сделаем. Работаем. Входим. Батыч, сама. Один четыре, 1-3 на позиции. Понял. Начинаем. Дайте мне сводку и отчет. Конец связи. Один три на позиции, готов. Прием.
Понял. Смотрим. Блэкберн, давай по готовности. Давай уже, черт тебя дери. Отлично. 1-4 на дороге, в движении. Ориентир в угол слева от вас, веди нас. Местность зачищена. На вашем пути техника со включенными фарами. Можно идти. Движемся. Теплоизлучение со спутника показывает активность в двух квартирах на первом этаже. Сначала левая. Маткович, возьми бойца, стой снаружи, прикрывай нас. Вызывной 1-1, понял? Понятно. Готовность к входу. Приготовить светошумовые. Шоп, шоп, шоп. 1-3, говорит 1-1. У вас есть видимость? Мы тут ни хера не видим. Понял. Прикрываем вас. Справа, в самом низу. Следующая цель. Противник. Блять, они сюда идут. Они идут через игровую площадку. РПГ на крыше! Вали из сукиного сына! Вперед! Вперед!
1-4, 1-3. Аль-Башир у нас. Принято. Движемся к точке эвакуации. Силы ССО идут по направлению к вам. Готовьтесь к соприкосновению с противником. Конец связи. Есть! Прикрывай дорогу. Он в жопе! Надо его оттуда вытащить. Вырубайся! Не вздумай умереть! Вот так! Эй, как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Фарух Аль-Башир. Держись, мужик! Держись! Не умирай! Нет, больше нечего сказать. Ладно, как хочешь. Блэкберн, заложи внизу несколько клейморов. Тут будет прорва злобных чертей. Закрой проходы. Когда появится противник, все взорви. Пошли! Быстрее! Вот они! 1-3, доложите обстановку. Мы окопались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО, они проходят в торговый центр, мимо нас на первый этаж. Должны быть прямо перед вами, прием. Понял. Ты слышал? Смотри и простреливай вход на первый этаж. Прикрой входы, прямо! Состояние пленного? Сильное кровотечение, шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Ага. Четыре, 1-3. Доложить обстановку, когда подойдете к центру. Прием. Под сильным огнем. Подразделения противника выходят из боя и направляются к вам. Выходы второго этажа. Как слышите? Вас понял. Блэкберн, нам нужно перейти. Давай.
станция. Бродяга 2-2 в 3 милях. Готовьтесь к эвакуации. Конец связи. Он бредит. Вам не остановить Соломона, как не остановить восход солнца. А вот и наша карета. Блэкберн, готовься к отбытию. Твои выходят из торгового центра. Видео, Соломон,
Соломон! Это наверняка он! Он сказал заполучить бомбы и добить ими! Потом он украл их! Он меня использовал! Он использовал всех и каждого! Эта собака предала меня со своими планами поезда! И за это я получу! Получу! Слушайте! 14-го держись, не умирай! Месяца. Говори с нами! После захода солнца Соломон нанесет удар! Вот херня! Он умер! Горите в аду! Не знаю, что за пургу он перед этим нес. Эй, тут телефон. Может, записано что-то интересное? Ну что, узнаете? Должны бы. Наверное, вы хотите, чтобы я сказал вам что-то. И во что мне это обойдется? Время заканчивается. Отдам за просто так. В этом телефоне есть информация о русском торговце оружием по имени Амир Кафе.